В Венспилской главной библиотеке представлена фотовыставка «Созданный самой или унаследованный, но мой народный костюм». На фотографиях запечатлены 25 женщин в народных костюмах, принадлежащих им. Выставку дополняют рассказы об этих нарядах, стихи Даци Судаки и вышивка Гинты Заомане. Автор идеи, фотограф Илзе Стрелла, пожелала популяризировать старинное наследие, традиции и ценности, фотографируя латышских женщин в костюмах, которые они либо сшили сами, либо получили в наследство. Каждой участнице проекта надо было изготовить венок из природных материалов. Полгода назад фотограф начала свое путешествие по Латвии, навещая участниц проекта в разное время года. Выставка посвящена столетию Латвии, путешествуя по всей стране, продлится 1,5 года. В продолжении развития идеи будет создан сборник рассказов о сотне народных костюмов.